пастерия. Дорогие друзья, мы как итальянцы, как настоящие гурманы изысканной кухни, любители. И только в нашем ресторане, друзья, вы можете попробовать насладиться прекрасными, вкуснейшими блюдами, которые с любовью для вас приготовят наши сотрудники. Сегодняшний вечер, друзья, посвящен мастер-классу. Ну, конечно же, проведет его вами любимый, вами известный, не побоюсь этого слова, незаменимый шеф-повар ресторана «Пастерия» Анатолий Павлов, друзья. Анатолий, слово с тобой. Сегодня мы будем готовить один из наших десертов. Это печенье бисквит итальянское, но оно будет отличаться у нас немного от классики. Ты скажешь позже, я скажу, а чем будет отличаться, я в процессе все это расскажу позже. Но перед этим, друзья, обратите, пожалуйста, внимание, балкончики, гости, друзья. Мастер-класс по проведению бисквит итальянского печенья. Друзья, хочу вам представить, есть еще яркое солнышко. Не боюсь этого слова, солнышко из двух человек, а именно замечательная пара. Марина и Игорь, ребята, идите ко мне, которые только что, буквально несколько часов назад, соединили свои сердца. Друзья, вот они, молодые. Но не надо далеко ходить в интернет, искать красивые слова, изучать, учить, заучивать. Хочется вам от чистого сердца прочитать, друзья, вот такие вот слова. Мы желаем вам самой настоящей вот любви. Не такие, как звезды, вот потому что они гаснут. Мы желаем вам любви не такой, как солнце, потому что оно садится. А мы, друзья, вам желаем настоящей любви, такой, как небо, вот потому что оно безгранично. Мы рады вас видеть сегодня в нашем ресторане. Хорошего вам вечера, самое главное, незабываемого. Друзья, аплодисменты, провожаем еще наших гостей. Браво, красавица невеста! Милый позавтый, уже муж. Ну что, мы переходим к нашему мастер-классу. Нам Анатолий Сергеевич уже рассказал, что мы будем готовить итальянское печенье, бисквит. Друзья, бисквит — это итальянское печенье, сухое печенье, которое выглядит в виде характерной длинной и изогнутой формы. Правильно? Значит, тесто для бисквита мы формируем в виде батона, затем мы его выпекаем, после чего мы разрезаем на кусочки и выпекаем опять же. Да, и на эти кусочки. Поэтому с итальянского в переводе бисквит — это дважды запечённое. Правильно? Ну, Виталий Сергеевич, вам слово. Мы немного будем делать адаптированную нашу версию. Мы будем делать отдельные состояния печеньки. Поэтому они будут у нас запекаться один раз. То есть техника и досушное печенье. И форма не интересна. Ну, значит, они будут ровно для наших помощников. Ну, а с вашего позволения я познакомлю наших гостей вместе с нашими юными друзьями. Ну что, друзья, давайте знакомиться. Ну и, конечно же, экстравагантный настоящий мужчинчик. Вот так вот. Вот поэтому наши друзья, юные, будут вам, Анатолий Сергеевич, в этом всем помогать. Да, мы начинаем. Именно наша особенность, наше увлечение, наше заведение будет передаться официальной плоткой. Добавляем и на его основе делаем печенье. Просто тесто. Это будет официальная плотка. Всыпаем официальную плотку. Мы всыпаем нашу плотку. Какая пропорция?
Сердукова. Естественно, сухофрукты и орешки подобрать по вкусу. Больше, меньше разнообразить по желанию. Добавляют различные вещи. Сахар 125. Наши сухофрукты. Thank you.
Да не стесняйтесь, не говорите, признавайтесь. Свином. Вы вино, значит, будете. Каждый вечер с семьями и друзьями.